Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор формы силиконовой на планшете «Фруктовое ассорти». Удивительный мир творчества и современных условиях получает значительно больше преимуществ и возможностей для своей реализации с гарантией получения желаемых результатов. Силиконовые формы, всевозможных форм и размеров, значительно облегчают весь процесс приготовления. Детальная прорисовка всех, даже особенно мелких элементов, объемной сложной фигуры, позволяет выпекать чудесные, забавные и неповторимые кондитерские изделия, изготавливать мыло ручной работы, декоративные изделия, а также просто делать всевозможные подделки с вашим малышом. Средний размер силиконовой формы на планшете составляет от 18 до 25 см. Количество фигур на планшете тоже варьируется от 8 до 12 штук. Преимущества использования силиконовой формы на планшете таковы. Безопасный качественный материал, пищевой силикон. Гибкий и легкий, занимает мало места при хранении. Четкая детализация рисунка фигуры, разнообразие форм и размеров, возможность создания объемных фигур, антипригарное покрытие, тесто не прилипает при выпечке, возможность готовить много одновременно, возможность легкого извлечения готового продукта, легко мыть и хранить, а также экономия времени. Вот так выглядит данная формочка. Вот так с другой стороны. Здесь видны ананасы, бананы и другие различные экзотические фрукты. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!